Дмитрий Лосев из магазина Шуб меховой на Тверской. Сегодня видеообзор кожаного мехового пуховика. Кожаного мехового пуховика из кожи теленка. Зимний кожаный пуховичок, вот такой у нас представлен в магазине, имеется в различных размерах, но размеры у нас большие. Вот кто крупненький, 56, 58, 60 размерчик у вас, крупненькие вы. Обратите внимание на данную модельку. Здесь фасон у нас выполнен из мягчайшей кожи теленка. Пуховичок, давайте вот здесь буду рассказывать. Пуховичок имеет кармашки боковые, очень глубокие. Кожа очень нежная, мягенькая. Пуховичок длинный, под высокий рост. Капюшончик с отделочкой из меха енота. Очень хорошее сочетание черного и меха енота. Внутри у нас мутончик, овчинка, тепленькая овчиночка. Здесь боковые кармашки представлены. Можно застегнуть пуховичок на змеечку. Змеечка очень удобно, кстати, хорошо работает. Здесь у нас идет подклад. И вот такая окантовочка енотовая, она отстегивается. Здесь проходит змеечка, ее можно отстегнуть по периметру. То есть получается такой не зимний стиль, а холодная осень-весна можно даже одевать. Давайте посмотрим. Здесь у нас подкладочка, рукавчик аккуратненький. Моделька ненавязчивая, такая приятная. Прям мягкая-мягкая кожа. И он тепленький, пухленький, очень хорошенький. Здесь у нас утяжечка имеется и капюшончик аккуратненький. Фасон рассчитан на большие размеры. Вот такой пуховичок у нас в магазинчике. Жду вас на примерку. Одеваемся по-модному в меховом на Тверской.